Здравствуйте, это программа о людях и делах компании «Газпром Добыча Ямбург», в студии Виктор Курмачев. Сегодня в выпуске смотрите. КБ детям. Тренинг по культуре безопасности в «Газпром-классах». Погоняли на шестерке. Форсаж на оленях-упряжках в районе ГП-6. Бабочки на вахте. Экзотические насекомые в Ямбурге и Новозаполярном. В Новоуренгойской гимназии прошел тренинг на тему «Культура и приверженность безопасности» для учеников 10 и 11 «Газпром-классов». Обучение провела инженер отдела подготовки кадров «Газпром-добычи Ямбург» и квалифицированный тренер по культуре безопасности Елена Стряхелева. Напомню, недавно Национальный аккредитационный совет делового и управленческого образования присвоил ей звание сертифицированного тренера России. Обучающий семинар длился несколько часов, в ходе которого ребята прошли путь от теории до практических решений. На занятии побывала и наша съемочная группа. Алмаз Абдельманов продолжит. Не разговариваем. Выстраиваемся по цвету глаз. От самых темных до самых светлых. Смотрим друг на друга, выстраиваемся. Вот так необычно начинается обучение по культуре и приверженности безопасности для учеников «Газпром-классов». Поделившись на несколько команд, ребята приступают к работе. Этого урока нет в расписании, но пропускать занятия никто не планирует. Для желающих узнать больше о рисках, которые могут стоить жизни, выделили актовый зал. В обычный класс все бы не поместились. В тренинге участвует больше 40 гимназистов. Ребята из «Газпром-классов» любознательные, очень активные, очень умные ребята. Пробую сегодня новые методы фасилитации, то, что чему обучали меня в декабре. И вы сами видите, что это более динамично, интересно, ярко. Никто не остался без дела. Мы пишем предложение, как можно повысить ответственность. Это не просто урок, скорее неформальная встреча, на которой тренер совместно с участниками обсуждает и анализирует определенные вопросы и учится принимать верные решения. Также на занятии рассматриваются примеры возможных негативных последствий от неправильных действий на производстве и в повседневной жизни. Неподдельный интерес вызывает и практическая часть. Сегодня каждый мог почувствовать себя работником газодобывающей компании. Я считаю, эта тема понадобится нам в будущем, когда мы поступим на работу в «Газпром», в одной из подразделений «Газпрома», потому что безопасность на предприятиях и на работе невероятно важная тема вообще для любого работника. Она помогает, в общем-то, сохранять свою жизнь, свою собственную безопасность на предприятии, и поэтому я считаю, что это очень важно. Скупой платит дважды. Чтобы выжить. Тише едешь, дальше будешь. Не зная броду, не суйся в воду, чтобы выжить. Этот неформатный урок не только интересный, но и нужный. Многие из ребят планируют связать свою жизнь с газодобывающей отраслью, а обучение поможет им выработать осознанный подход для безопасной и качественной реализации будущих рабочих задач. Совокупность подобных мероприятий играет важную роль в формировании культуры безопасного поведения как среди детей, так и взрослых. Больше всего, конечно, запомнилось, какие преимущества ты получаешь, соблюдая технику безопасности. Также очень сильно запомнилась статистика. Сколько людей погибают в мире ежедневно по несоблюдению этих правил. Поэтому я считаю, что это очень важно, соблюдать данные правила, что в работе, что в повседневной жизни. В целом весь тренинг, он такой в легкой игровой форме, он запоминается очень быстро. Карточку с вашим именем вы клеите напротив того предложения, которое вам нравится, выбрав срок, в которой вы это предложение выполните, исполните. Например, сегодня, на этой неделе, в этом месяце и буду делать всегда. Фасилитационная сессия, то есть заранее продуманная встреча, длилась несколько часов. В завершении тренинга гимназисты создали дорожную карту, на которой отметили, в какие сроки будут реализованы первые шаги по направлению культуры безопасности. Для хлопка нужно две ладони, так ведь? Предприятие делает со своей стороны все. Ну и мы, будучи приверженными безопасности, делаем все для сохранения
нашей жизни и здоровья. Ребята, всем спасибо большое за активность. Была рада встрече, знакомству. Алмаз Абдельманов, Дмитрий Шолохов, Новый Уренгой. Продолжаем выпуск. В Ямбурге состоялся праздничный слет бабочек. Такой необычный сюрприз в вахтовых поселках организовали в честь Международного женского дня. Полюбоваться экзотическими красавицами можно в зимних садах КСК и физкультурно-оздоровительном комплексе ГП-2. Слово Нелли Харудиновой. На улице даже не пахнет весной. Мороз под минус 40. А в Ямбургском зимнем саду не просто атмосфера тропиков, а настоящие тропики. От влажности аж туман стоит. Для нас климат может и непривычный, а бабочкам, которые прилетели к нам в гости, самое то. Последний участок длинной дороги экзотические красавицы преодолели на обычном вахтовом самолете в коробке с очень символичным названием «Счастье». Вон какая сидит, видите? Из Африки в Москву куколками. Куколками в Тюмень. В Тюмени выращивали их уже из куколок бабочки. И сюда передавали в конвертиках. Благополучно доехали. Все живы, здоровы. Она кушать ищет. А ну, давай сюда. Вот, вот эти кроссовки. А, так она сразу ты медом намазала, да? Да. Как они тебя полюбили, а? Как только бабочки расправили крылья, им устроили приветственный обед. Все гости – представительницы семейства парусники. Они гораздо крупнее тех, что можно встретить в российских широтах. Яркость красок и рисунков крыльев впечатляет. Привезли мы 25 бабочек и 10 куколок. Еще часть бабочек мы завезли на физкультурно-оздоровительный комплекс на втором ГП. Вот. А здесь куколок, значит, будем сейчас выращивать из них бабочек. Ждать прибавления в семействе долго не пришлось. Две бабочки вылупились уже на следующее утро. Где-то 15 минут едят, сказали. Красота часто граничит с хрупкостью. Тем не менее, у жителей Ямбурга есть возможность не только насладиться порханием бабочек через стекло, но и войти внутрь демонстрационного павильона, подержать их в руках, покормить. Работники зеленого хозяйства подскажут и помогут. Вы будете посетителей учить кормить бабочек, да? Да, у нас есть такое мероприятие, как кормление бабочек. Оно происходит раз в день, не все могут сами питаться. Брать обязательно бабочку можно только за тельце. Ни в коем случае крылышки нельзя повредить. Она руку насядет? Попробуем сейчас. Так, можете здесь подержать, пожалуйста. Да. Вот хоботок раскручиваем. И в нектар. И вот она его. Хоботочек дергается, значит, она питается. Век бабочек, к сожалению, недолог. Успейте запечатлеть это великолепие и изящество собственными глазами и на свои смартфоны. Авторов лучших фотографий ждут подарки. Нелли Харудинова, Денис Курдаков, Ямбург. Продолжаем тему. Поселок Новозаполярный тоже не избежал нашествия диковинных чешуекрылых. Про тамошнюю флору и фауну расскажет Юлия Надрага. Смотрим сюжет. Для полного погружения в природу флору хорошо разбавлять фауной. Озеленители Новозаполярного это правило соблюдают. Аквариумные рыбки и красноухие черепахи мирно соседствуют друг с другом на фоне фикусов под успокаивающую музыку. Недавно здесь появились новые обитатели. Эта мартовская вахта для работников Новозаполярного стала настолько впечатляющей, что ее нельзя было не запечатлеть камерой смартфона. Причина тому – привлекательные чешуекрылые создания, голубые морфы и парусники. Репосты с тропическими бабочками летали из чата в чат в переписках с друзьями и родственниками. Такое селфи можно было сделать в Центральной и Южной Америке, в Юго-Восточной Азии или в зимнем саду вахтового поселка. Я считаю, это удивительное явление. Говорить о том, что за полярным кругом есть настоящие тропические бабочки. В обеденный перерыв или вечером после работы можно зайти в зимний сад и получить настоящее эстетическое удовольствие. Это здорово.
За порхающей тропической красотой стоит тяжелый, кропотливый труд работников участка зеленого хозяйства. В преддверии 8 марта, помимо бабочек в конвертах, они получили 10 куколок и впервые попробовали самостоятельно вырастить крылатых созданий. Своими силами оборудовали бабочкарий и создали необходимую температуру – 26 градусов и влажность – 80%. Мы это сделали из аквариума. В течение недели-двух обычно из куколок выводят, получается, бабочки. Но у нас получилось на второй день бабочки, и в течение недели они все вылупились. Были деформированы только две бабочки. Но 70% выхода из куколок, это считается очень хорошо. Голубых морф сравнивают с небом из-за цвета, парусников с летучим кораблем из-за формы крыльев. Можно коснуться этого удивительного и крайне хрупкого мира, но только за тельце у основания крыльев, чтобы не повредить. А еще покормить насекомых. Их хоботок порадуют фрукты, сахарный сироп и вода с медом. Юлия Надрага, Николай Рыбалко, поселок Новозаполярный. С приходом весны по населенным пунктам Ямала начинает кочевать национальный праздник малочисленных народов Севера – День оленевода. Ямбург, поселок Вахтовый, его эти торжества обходят стороной. Хотя газодобытчики и представители традиционной северной отрасли хозяйства трудятся, можно сказать, рука об руку. С недавних пор ямбургское месторождение и вовсе стало местом притяжения оленеводов со всей округи. Вблизи ГП-6 уже несколько лет подряд тундровики устраивают неофициальные гонки на оленьих упряжках. С самого утра на озеро возле ГП-6 ямбургского месторождения съезжаются оленеводы со всех окрестных тундр. Сегодня здесь будут гонки на оленьих упряжках. Карета подана. Сейчас поедем в тундру. До места проведения состязаний нас предлагают подбросить на санях, запряженных снегоходом. Мы проехали меньше километра по относительно ровной глади озера. Аттракцион «Американские горки» отдыхает. Прибывают целыми караванами. Снегоходы, олени, нарты, пассажирские, грузовые сани. Многие участники и болельщики проделали большой путь. Кто с севера, Гыды и Антипуэты, кто с более южных районов. Ныдинской, Находкинской, Тазовской тундры. Есть и местные, ямбургские. Откуда вы приехали? С Гыды. С Гыды? Сколько дней заняла дорога? 2 дня. Останавливались, ночевали в тундре? В Антипуэте останавливался. Погода как по заказу. Буквально накануне было сыро и пасмурно. А сегодня легкий мороз, минус 25, и яркое солнце. Праздничное настроение от этого еще праздничнее. На первое гонки на оленьих упряжках личное первенство. Тогда. Будете смотреть? Конечно, болеть за своих. Я бывшая гонщица, у меня 9 побед. Даже так? Откуда да. вы сами? Да, Антипуэты. На второе массовый заезд. На десерт метание тынзяна на хорей. Ямбургское троеборье – это своего рода отборочные этапы и тренировка перед главными стартами года. Дни оленевода с насыщенной программой соревнований по национальным видам спорта, как и календарная весна, уже на носу. Так, записываемся. Состязания неофициальные. Призовой фонд участники организовывают сами. Потом его между собой поделят победители в каждой из трех дисциплин. Первые две упряжки на старт!
А быстро руку сделал, наверное, передовой. Тоже уже не обученный, на 2 года, 3 года обучать. Смотрите, смотрите, вижу, слабый передовой. На личное первенство заявились 35 оленеводов. Каждый пятый – Салендер, Ядне или Лапсуй. Каждый третий – с фамилией Яр. Кстати, между собой они не обязательно родственники. Некоторые – однофамильцы, происходящие от одного из древних ненецких родов. Протяженность трассы чуть более 1,5 километра. Конфигурация такая, что у зрителей есть возможность и провожать участников со старта, и встречать их на финише. Иногда дело ограничивалось только первым. На старт! Марш! Людмила Салендер – единственная девушка, рискнувшая бросить вызов мужчинам на этих гонках. Людка! Сегодня не повезло. Вы одна сегодня смелая? Да, одна такая смелая. Я каждый год принимаю. Ну, обычно в этом, в Тазовске, в Антипуите. Вот, в прошлом году 1-е место заняла. А в этом году что-то пошло не так. Половину трассы проехала, а так не получилось. Ну ничего, еще не один год, как говорится. Олени очень пугливые животные и не сказать, что послушные. Надо иметь хорошую сноровку, чтобы управлять упряжкой. На передовую держишь, все от него зависит. Можно уздечку пропустить немного, он направо уйдет. Момент бывает, уздечка запутывается, передовая налево пойдет. Главное, уздечка ровная была, чтобы. И передовой должен знать свою дорогу, куда ему полетит он. Вот самый вот разгар пилей, вот эти самые дефициты вот пилей. Пилей чтоб, это что такое? Ну крайний, чтобы он за друг другом бежал, чтобы не оставал. Если пилей слабый будет, толку нету. Как я поняла, в упряжке две ключевые фигуры. Это передовой, крайний левый, самый опытный олень. Именно его направляет и подгоняет каюр. И пилей, крайний правый. Его тоже специально обучают не перетягивать одеяло на себя. Тем, что посередине, достаточно быть быстрыми и выносливыми. А какая максимальная скорость там развивается? 60. Прям разрешенная. Максимальную скорость еще попробуй выжми. Педали газа нет, вместо руля упряжка и длинный шест хорей. Без мастерства водителю на трассе ловить нечего, уверен победитель индивидуальных гонок Борис Ядне. Его результат – 2 минуты 29 секунд. Я думаю, это самый лучший рекорд пока сейчас будет. Вот этот? Да. Не первый раз сейчас? Не первый раз. Нет? Не. И выигрывал. Выигрывали? Ну. Много раз? Один раз. И в этом празднике 3 раза выигрывал. Вот так. Учить как надо особенно. Многие влево уходят. То влево, то вправо. А ваши не пошли. Прямо шли. Почему? Нет, долго учил. Меня этот друг подарил пилей. Борис знакомит нас со своей великолепной пятеркой. И сразу становится понятно. Как корабль назовешь, так он и поплывет. А вы имена даете оленям? Ну, даем. А передового как зовут? Этот черный бумер. Площадка соревнований заметно поредела. Это затишье перед бурей. Участники массовой гонки уехали на другой конец озера, на линию старта. Вместе с болельщиками жду на финише. На общий заезд заявлено 21 упряжка.
Даже по самым скромным оценкам, в нашу сторону сейчас понесется целый табун оленей. Каждый год проводим вот такие соревнования. Ну, это своего рода отборочный этап. Отборочный, да, вот на дым, на соревнования на Тазовск. Вот, поэтому как бы и сразу же подготовка, и сразу же. А массовый забег? Это что, это такое развлечение, ну, больше? Забег мы проводим уже третий год, но мы попробовали позапрошлом году. Там у нас упряжек 5 было, но нынче больше, 21 упряжка, да. И самое главное, без повреждений. Все, никто как бы не пострадал, все четко, все ровно. Я думаю, и впредь должно быть так. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сегодня у нас победители в массовом старте. Что помогло победить? Олени, наверное. Специально олени готовились? Не, не готовился. Я не готовился. Летом готовили, осенью. А почему осенью, а не зимой? Зимой времени нету. Весь год оленеводы кочуют со стадами оленей по тундре. Родственники и друзья не видятся месяцами. Такие встречи – большое событие. Девушки надели по случаю свои самые красивые ягушки, отделанные национальными орнаментами. Мужчины подпоясали малицы праздничными поясами из бисера или кожи. За мной бегают папарацци. Где у вас? Совик из белого или пестрого меха оленя тоже считается нарядной одеждой ненцев. Пимы – традиционная обувь коренных народов, отдельное произведение искусства. Красиво, а самое главное – тепло. За весь день мы не увидели ни одного ненца, переминающегося с ноги на ногу или кутающегося в шарф. Такого атрибута одежды, похоже, вообще нет в северном костюме. В моем личном списке вещей, на которые можно смотреть бесконечно, появилось еще одно действие – метание тинзяна на хорей. Тинзян – это плетеный из кожи оленя аркан. Его длина около 30 метров. Хорей – деревянный шест, где-то трехметровый. Он помогает оленеводу управлять упряжкой и вести животных в нужном направлении. Участникам нужно за отведенное время забросить петлю на шест как можно больше раз. Наступать на тинзян и переступать женщинам категорически запрещено. А вот метать можно. Пока есть хорошие учителя, почему бы не научиться? Вдруг понадобится кого заарканить. Так. И потом? Сначала я делаю маленькую петлю. Да. Потом побольше. Да, да. Потом еще больше. Штук 10 с лишним вот таких. Это 3. Два пальца сюда, два пальца сюда. Да, и тут еще штук 10, да, замотать. Большие? Ну да, равномерно, там побольше, раз, да, можно. Два. Да. Потом вот это надо обязательно вот сюда закинуть. Сюда закинуть? Теперь надо прицелиться вон туда, посмотреть на кончик хорея. Вот как-то. Руки, руки. Дайте, может, дядь варежки. Не надо жалеть руки, если хотим научиться. Пальчики отвалятся потом. Ой. А давайте вы мне накрутите, а я просто кинуть давай, попробую. Может, я накрутила неправильно? Давайте попробуем. Давайте так. Ни вторая, ни третья попытка успехом не увенчались. Коня на скаку остановит, это не про меня. Все-таки здесь нужен опыт и закалка. Тундровых мальчишек с детства учат сначала метать тинзян на маленьких оленят, потом арканить взрослых животных из стада. Хорошему оленеводу без этого навыка трудно бы пришлось. У каждого участника было 5 минут на броске. Самым результативным и метким оказался Григорий Яр. У него 13 попаданий и всего один промах. Поторопился в конце. На что проще закидывать, на оленя или на хорей? На хорей, наверное, попроще. Олень-то можно промазать. Да, хорей-то не убежит никуда. Очень точные у вас броски. От чего это зависит? Это тренировки, наверное. Я раньше тренировался. Почти с детства я аркан держу. Иногда и от удачи. Сегодня повезло, наверное, просто.
В этом году, кроме денежных призов, победители получили полезные в хозяйстве подарки. От Управления Тазовской администрации, Благотворительного фонда развития коренных народов Севера и Ассоциации «Ямал потомкам». Собрались как-то 6 оленеводов и решили выяснить, кто из них быстрее. Именно так начинается история ямбурских гонок на оленьих упряжках. Идея удачно прижилась. Мероприятие стало ежегодным, массовым и зрелищным. Сегодня праздник получился, удался. Все как задумывали. Да, так и должно быть. И каждый год и так проходит весело. Никаких споров нету. Все довольны, радостны. Впереди у многих участников долгая дорога. Верных спутников-кочевников оленей, как дорогих арабских скакунов, до дома доставят с комфортом. Караваны отправляются в путь. Кто на север, кто на юг. Нелли Хайрудинова, Денис Квардаков, ямбурское месторождение. Это была последняя информация выпуска. Смотрите нас на каналах в YouTube и Рутюб. Подписывайтесь, ссылки на экране. В студии работал Виктор Курмачев. До новых встреч!